Для конкурса дети читают стихи. Азарова Ангелина, 6 лет. Самуил Яковлевич Маршак, декабрь. В декабре все деревья в серебре нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз, обновил коньки, салазки, елку из лесу привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла, утром плакать перестала, задышала, ожила. Чуть дрожат ее иголки, на ветлях огни зажглись, как по лесенке по елке, а коньки сбегают ввысь. Блестят золотом хлопушки, серебром звезду зажег, добежавший до макушки самый смелый огонек. Год прошел, как день вчерашний, над Москвою в этот час бьют часы в Кремлевской башне свой салют 12 раз.